Море в его разных настроениях и состояниях, спокойное и бушующее на фоне заката и перед дождем. Художники видят его разным, но каждого из них его бескрайние просторы снова и снова вдохновляют на творчество. В коллекции Геннадия Куманяева десятки картин с изображением моря. Местом для пленэра он часто выбирает центральную набережную и морской порт, любимые и знакомые с детства пейзажи. Я вообще здесь родился, поэтому море и Мурвокзал для меня это самое такое, самое красивое, самое главное место, где, куда мы приходим с друзьями отдыхать, там, смотреть на какие-то морские моменты, закаты, восходы. Здание морпорта можно увидеть на целом ряде картин, которые выставлены на вернисаже. Кстати, он развернулся прямо около и в самом здании морских ворот курорта. Визитную карточку Сочи с его узнаваемым шпилем можно легко различить на полотнах и художников-реалистов, и тех, кто, например, предпочитает импрессионизм. Выставить свои работы мог любой желающий художник. Таких собралось 15 из Сочи и Москвы. Работ около сотни. Мы уверены, проект будет расти и дальше. И это место, которое, кроме того, что очень комфортно и красиво с точки зрения природы, погоды и красивых яхт, да, в бухте, еще и позволит наслаждаться искусством. Кстати, южная галерея здания Мурвокзала, где открылась выставка, уже становится новым арт-пространством. В ближайшее время оно сменит экспозицию. Зрителей ждет новый проект в рамках большой парусной регаты. Инга Габеша, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.